бани их. Это так. 750 парней. 31, кстати, неплохо. Так, что там у тебя? У тебя... оно так работает. Сейчас узнаем. Блин, вот это уроны. Так, считаем. Раз, два, три, четыре. Четыре, нет, не работает. Вместе кольца. Вот это он пробивает, 22-27. Он мне там шотнул эти гудов. И тьма. Так, но я бить не буду тогда, не. Спасибо. Что у меня из хаоса вообще есть? Харик есть. Да, это было больно. Шариком 1200. Я чувствую мою боль предыдущего матча. А, ну и я выпиливаюсь. Надо, наверное, сюда метку давать, чтобы урон был побольше. Двойной. Разбегается. Грифон еще были, я про них забыл. Он как-то им быстро так улетел, что я их даже не заметил. Блин, да куда ж так больно-то бить? Повуха нет, армак. 1896 армак, не хотите ли? Он плохо убирает здесь. 12, я хотел больше. У меня нету высокоуровневого хаоса. Метеоритки, ни шока, ни останавливающего холода. Да, интересно, успеют, а я вообще... Что здесь? Раскастоваться. Я уже не уверен. Подставился, молодец. Приятно. Но он полетел грифоном на подчиненного. Или на того, кого заберсил. Потому что он не будет никуда уходить. Это две стопроцентные цели, которые можно контрить. 39, многовато их. На медведя полетел, да. И опять улетит. Посмотрим, куда ленды, ополчены пойдут. Надо своими гномами перебегать туда, в край карты. Он, правда, их подчинит. Интересно, когда он их подчинит. Я бы, наверное, уже сейчас подчинял, потому что этих мало. Тоже этих, тоже этих, тоже этих, тоже. Берс. Ну, лучше подчин, конечно, подставить сюда под ополчено. Уменьшать ополчено. Точно. Это да, это баг их парней. У меня есть иммун к огню, кстати, может быть. Прорахнуть. Но эти горят, эти и так сгорают. Вот эти вот поживут. Иммун к стихии огня. Тут еще и да, давай, давай. Усиленный армак. Блин, тут дважды резист на магиане, что ли? Удивление. Они зарезистили от камня и от огня, что ли?
Не зарезистили дважды. Толченое отражено. А, или это засчиталось как за два. Не знаю, не знаю, 211. Так. Так тоже 211. 1800, давай бьем так. Тиус все равно уже. Блин. Заклинание отклонено. Полетит небо или будет бить? Летел небо. Руки будут бить. Успеваю, я успеваю до... до ополченок. Так, ну а мы... сваливаем отсюда. Мы сваливаем отсюда. Ой, приятно. Нравится, гад. Успеваем, не успеваем. Кажется, не успеваем. Но улетел. Вот это хорошо, что он улетел, кстати. Главное, чтобы без резиста. Чего так много? 36. Не, если он сейчас зарезистит, то это все, да. Он с руки мне двойку, наверное, бьет. Или балик. А, балик. Блин, я не то юзнул. Ладно. Просто что он добьет, он меня. Он заморалился. У меня так-то томик света есть. Добрый день. Внезапно. Даже если он их убивает, а он их не добил. Не, ну он еще может, конечно, зарезистить. Если честно. Но мы не рискнем. Дадим так. Фью, это было на тоненькой. Но очень тоненькой.